Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 октября. Память святых мучеников Александра, епископа, Ираклия воина и четырех жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии. Святой Александр многих обратил и крестил в веру Христову. Он был взят егемоном и, понуждаемый принести жертву идолам, претерпел много мучений. Но не повиновался. Видя его терпение, воин Ираклий веровал во Христа, и после жестоких мучений был усечен мечом. Святой же Александр, благодатью Божией, был внезапно исцелен от ран. После того он обратил ко Христу четырех женщин, Анну, Елисавету, Феодотию и Гликерию, которые также предстали пред егемоном, из-за обличения суетности идолов были усечены мечом. После всех скончался от усечения же мечом и святой Александр, и предал свою святую и блаженную душу Господу. Эти святые пострадали в Адрианополе в 3 веке. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.